В выходной день в парке культуры царит счастливая атмосфера праздника. И тут, и там слышны веселые голоса. Народ гуляет и радуется жизни. А теплая солнечная погода только способствует хорошему настроению. Насыщенная развлекательная программа, тематические площадки, яркие конкурсы, креативные мастер-классы и, конечно же, музыкальный концерт. День молодежи празднует город Щелково. Перед началом официальной части прошла торжественная церемония награждения тех, кто работает с молодым поколением, а также самих активных юношей и девушек. Им не безразлично, что происходит вокруг. Именно они помогают сделать наш мир немного лучше. У нас лучшие ребята, лучшая молодежь, поэтому я их поздравляю с этим праздником. Желаю им не забивать на учебу, потому что внеучебная деятельность – это прекрасно, но в первую очередь они должны сделать хорошую карьеру в хорошем смысле этого слова, прийти в Щелковский район и сделать его лучше. В программу праздника вошли многообразные интересные мероприятия, вокальные и фотоконкурсы. Любители художеств смогли проявить себя и прямо на месте запечатлеть свои шедевры, которые тут же попали в галерею, расположенную рядом с мольбертами. Мастер-классы по кварцевой живописи также заставили почувствовать любого желающего себя настоящим художником. Рядом со сценой разместились площадки территории силы, где молодые люди могли помериться мощью и выплеснуть адреналин. Но самая интригующая часть праздника – конкурс танца, который точно не смог оставить никого равнодушным. Народу достаточно много. Вот. На данный момент здесь очень много танцоров, и как раз-таки танцы на данный момент – это самая такая продвижная тема. Вот. И на сегодняшний день, то есть подсчитывается более миллионы, наверное, в нашей стране танцоров. Вот. И сейчас как раз-таки мы показываем то, что чего могут достичь вот, в танцах ребята. Я записалась на вокальный конкурс, вот, сейчас я просто наблюдаю за участниками, очень интересно, все позитивно, и это отличные выходные в нашем городе. Общее впечатление было однозначным, праздник удался. Энергия молодых людей нашла себе применение, каждый, кто пришел, смог зарядиться хорошим настроением на весь оставшийся день. Лилия Дворецкая, Александр Ржевский, телерадиокомпания «Щелково».